сам интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре бюджетная линейка инструмента. Это от компании Sigma, Sigma Grad 6004-105. Набор состоит из 39 предметов, рабочий квадрат 3/8 дюйма. Sigma Grad применяется, то есть набор создан для бытовых нужд, для домашнего применения, но он не применяется на СТО или автосервисах, потому что набор это бюджетный, то есть не сравнивать с полупрофессиональным или профессиональным инструментом. Поставляется набор, вот такая оранжево-зеленая упаковка сверху идет на кейсе. Важная информация на упаковке — это место изготовления набора. Набор изготавливается в Китае, это заводской Китай. И комплектация данного набора. 3,8 дюйма, 39 предметов. В комплекте идет трещотка. Трещотка 3,8 дюйма. Число зубцов 48. Есть реверс. Есть быстрый сброс головки. Надпись «Град» на металле. CRV, хромованадевая сталь. Производитель указывает материал изготовления. Рукоятка здесь комбинированная. Резина, пластик. Зеленый цвет — это пластиковые вставки. Черный — резина. Длина трещотки составляет 22 сантиметра. Два удлинителя 150 и 75 миллиметров. Две свечные головки 21 и 16 миллиметров. Имеют внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не упадала, когда вы откручиваете. Кардан для труднодоступных мест. Скрепленными металлическими вставками, то есть такие металлические штыри стоят. Есть карданы на винтах, но это более дорогих наборов идут, это не всех. Переходник. Данный переходник можно использовать на трещотку 1/2 дюйма для перехода на 3/8, то есть использовать головки из набора. Также этот переходник используется, в наборе есть удлинитель 75 мм, конечно он не длинный, но можно использовать вот как Т-образный вороток. Что-то там дожать, докрутить или сорвать. Далее биты. Биты находятся, такие пластиковые боксы. Есть биты Torx, шестигранные, шлицевые и крестовые. Они используются с переходником. То есть вставляете нужную биту в переходник и одеваете трещотку сюда. Трещотку, удлинитель, это в зависимости от работы. Головки длинные, общее количество 6 штук. По размерам здесь 8, 10, 12, 13, 17, 19. Головки здесь подписаны по размерам и ячейкам, в которых они лежат. Надпись на головках Sigma Grad, хромованадевая сталь 13 мм. В данном случае это головка 13 мм 6 грамм. Головки короткие, общее количество 15 штук. Самый маленький размер 8 мм. И самая большая на 22 мм. По комплектации все. Визуальный инструмент, как для такого класса бюджетного, очень хорошо изготовлен, отполирован. То есть нету следов от литья. Нет, обычно в дешевом инструменте остаются заусенцы какие-то от литья. Здесь хорошо отполировано, нанесено защитное покрытие, то есть вопросов по литью нет. И также хотелось бы отметить, что трещотка понравилась. Не расхлябанная, туго проходит и нету большого люфта на трещотке. Для такого набора, конечно, 5 с плюсом. Теперь по габаритам кейса. Вес набора составляет 2,5 кг. Длина кейса вместе с ручкой 22 сантиметра, ширина 30 сантиметров, высота 7 сантиметров. Ну, запирание здесь вот такие вот замками трудно назвать, конечно, ну, такие вот пластиковые защелки. Град на верхней крышке, логотип. Кейс, пластик хорошего качества, пружинит, нажимаешь пальцем. Запросов по кейсу нет. Ну, кейс здесь дешевый, потому что набор. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. Также мы рекомендуем покупки, кому нужен бюджетный набор инструментов. То есть присмотритесь к Sigma Grad. Спасибо. До свидания.